Сегодня у нас 26 июня. Штамп для обработки фасадной системы. К примеру, возьмем профиль. Этот профиль. Эта сторона вся чистая. Теперь пробиваем 4 отверстия. Также этот штамп прижимной планки делает всевозможные отверстия и дренажи. Сделали дренажи на той стороне. Теперь делаем отверстие под крепление. Вот у нас отверстие под крепление. И еще делает вот такое отверстие. Также на этом станке есть еще такая матрица под какой-то дренаж, но у меня нет профиля.